Господи, я что, ничего? Нереально стрёмно снимать? Что ты сейчас снимаешь, у меня вопрос? Я просто веду трансляцию. Блять, рука отмерзла. Нет, тут не холодно. Тут Варламов уже, я смотрю. Что ты со мной рядом? Больше всего. Да, привет. Я думала, что взрослый. Блин, я следила, что происходит. Сейчас очень неудобно говорить, поэтому просто смотрите, окей? Ну, она мне дала, я думаю, ничего не Ожидание кого-нибудь. Привет. Че, еще что-нибудь видно? Да. Ну хорошо. Синий. Ну хорошо. Пока что мы никого не видим. Хотя все кому-то хлопают. Кроме людей. Да. Да, мы смотрим на друга. Просто. Я показываю людям людей. Я спрашиваю, просто много людей? Круто, они ничего. Надеюсь, что сейчас он будет слышно. Ну, я слышал звук. Ну, где-то, наверное, плюс 6, плюс 5. И дождик. И дождик, да. Ой, не ты один такой. С трансляциями. Да. Я не путаюсь, я на себя смотрю. Надо будет потом просто пофоткать. Ничего. Там ничего нет. Мне уже устала рука. Это жесть, конечно. Не нажимайте, будь шарик. У него какой-то шарик. Ну, так, знаете, 50 на 50. В основном тут, наверное, люди такие, средние. И как бы есть взрослые, есть и, ну, конечно же, молодых больше.
Если всех школьников собрать вместе, да, как бы два за одного сойдет, то будет трудно. Наверное. А меня один человек смотрит. В ожидании кого-нибудь вообще. Никого не вижу. Тоже мне? Тут так нельзя, ну ладно. Это фаш. Я примерно столько и ожидала. Там был пацан с фиолетовой челкой. Да, там был пацан с фиолетовой челкой, он там где-то там. Вот он. Человек. Да. Очень много людей на самом деле. Вот знаешь, сюда. Вот знаете, вот где-то в середину пробраться легко, а вот вперед это сложно. Опаздывай. Некультурный. Кунин. Кунин. Много людей, которые просто протискиваются через толпу, но мы умные, наверное. Не понимаю, о чем ты. Сейчас можно я сюда вот встану? Все равно с того же места снимаем. Ладно, окей, я сам сюда. Ну, знаете, короче, менты, они стоят в основном у входа, и там есть этот металлоискатель. Ну, короче, там проверяют всех на входе и стоят там в округе. Еще еще никого нет. Вот каково быть низким. А мы не сможем. Я читаю твои сообщения. Я все вижу. Теперь тоже буду себя так называть, короче. Да? Да. Окей. Да, это за чувак вот, вот этот вот, вот этот. Он закрывает мне обзор. Уйди. Присядьте, пожалуйста, если вам не сложно. Я бы чем-то тоже помахал, но нечем. Рукой только если... Ну, мне реально не нравится. Смотри на его прекрасный чай, ты где-то сайфс. Да, я знаю, тут много всех, кто стримит. Много получше. Да. А есть мы. А есть мы, да. Просто очередные такие же. Легко так водить. А может, все видно? Нет. Мне черт возьми удобнее смотреть, чем на своего места. Ну бывает. Никого нет. Чистые 10 минут.
Дождь идет второй день подряд. Ну сейчас такое моросит. Ну так, да, вот бывает польет, и потом просто моросит. На самом деле, не то, что своего экрана лучше видно, чем с людьми. Удобно. Всем привет! Привет! Кто это? Привет, Мурманск, мы начинаем наш митинг. Ничего себе, сколько у вас здесь. Ой, извините. А слышно в конце? Поднимите руки. О-о-о. Отлично. Откроет наш митинг активный гражданин, местный индивидуальный предприниматель Эдуард Дамбай. Отлично. Здравствуйте, уважаемые участники встречи с Алексеем Навальным. Зовут меня Эдуард Дамбай, я представитель малого бизнеса. Слышал, да? Ну, в местных интернетах я еще известен под ником ММК. Мне хотелось бы немного остановиться на проблемах Мурманской области. Вот, я живу на свете давно. Родился во времена Леонида Ильича Брежнева, вот, и сильно волнуюсь, поэтому буду выступать по бумажке, как было принято во времена дорогого Леонида Ильича. Но, что сказать, наши местные проблемы, они не уникальны. И низкое качество услуг ЖКХ, качество медицинского обслуживания, отсутствие гражданских свобод, коррупция. Ну, я думаю, что все те же самые проблемы, они существуют не только в Мурманской области. Но слишком много высоких людей, которые закрывают не обзор. Если говорить о медицине, то все мы слышали громкую историю Даши Стариковой из города Апатиты. Но похожие истории могут если не сотни тяжелых в нашей области или другим диагнозом. Но, насколько мы знаем, происходит сокращение объединения так называемых различных медицинских учреждений. Это происходит в Печерском районе, Ковдоре, Кандалакше, Мурманске, Апатитах и Кировске. И все то же самое происходит с проблемой экологии. Мы также слышали громкую историю о том, в садках фирмы, которая проводит лосось в Баренцевом море. И об этой эпидемии стало известно только тогда, когда мы стали находить свалки дохлого лосося по всей области. Почему это было секретом? Это было секретом, потому что контролирующим органам запрещалось проводить проверки. А запрещалось им проводить проверки, потому что владельцы этой компании, господин Тимченко и связан с господином Тимченко и господином Воробьевым. Ну, то есть проблемы по всем регионам, они одинаковые, и проблема на самом деле вертикали власти. Или взять угольную пыль. Вот сейчас Алексеем Навальным, а в 2 километрах от нас находится угольный терминал. В последнее время перевалка угля увеличилась, и бурмачане, живущие в центральной части города, вынуждены дышать. Возросло количество заболеваний, связанных с органами дыхания. И, тем не менее, и губернатор здесь находится, также живет в центре Мурманска, депутат областной думы, и, тем не менее, никто не может повлиять, потому что владельцы порта, господин Мельченко, является другом нашего политического бомонда рыбной отрасли. В начале 90-х годов население Мурманска почти доходило до 500 000.
Сейчас население города не дотягивает и до 300 тысяч. Люди уезжают, то есть население сократилось практически на 2/3. Сокращаются рабочие места. Слышишь, что говорят или нет? Раньше город Мурманск кормил рыбой практически половину СССР, а сейчас часто рыбу везут не из Мурманска, а в Мурманск. Ну, здесь есть и причины глобализации, но главная причина – это бюрократия, это таможенники, пограничники, контроль. Я думаю, нашим гостям из Москвы будет интересно узнать, что, допустим, судно рыболовецкое, которое заходит в город Мурманск, вынуждено стоять в порту несколько дней для прохождения этих формальностей. И заходить нашим мурманским рыбакам в наш город Мурманск стало невыгодно. Поэтому сейчас... Все наши рыболовецкие суда ушли в Северную Норвегию. В Норвегии те же самые процедуры, которые занимают у нас несколько дней, они занимают несколько часов. Соответственно, рыбаки не готовы платить за простой своих судов. И мы наблюдаем, как буквально за последние десятилетия мелкие портовые города в Северной Норвегии буквально расцвели. А мурманский рыбный порт стоит пустым. Рыбопереработчики закрывали свои предприятия. Лет 10 назад у нас в Мурманске проводился госсовет по этому вопросу с участием президента. Но ВОЗ как... То верно, то верно. И получается, что наши мурманские рыбаки ловят рыбу в Баренцевом море. Затем она поступает в Норвегию, где ее перерабатывают. После этого... Ну, сейчас еще добавилась великая рыбная держава Белоруссия. И в результате наша собственная рыба таким обходным путем поступает в Мурманск. Ну, казалось бы, что мешает решить? Она не требует никаких денежных средств, что поменять законы. У президента есть карманная дума. Он может принять любой закон, который пожелает. Но, тем не менее, Госдума, как мы знаем, принимает совершенно другие законы. Например, законы, которые, по сути, запрещают митинги. А если одни и те же проблемы существуют в разных регионах, то возникает вопрос, а справляются ли со своей работой федеральные власти? У нас тот же самый вопрос. Так что... Не справляются. Причина? Не отсутствие политической конкуренции. Да, у всех. В недавнем интервью Ксения Собчак задала Навальный вопрос. Кто он? Левый, правый, центрист? Алексей, на мой взгляд, не смог ответить на этот вопрос. Но самое интересное в том, что я сторонник Навального. Также не знаю, кто я. Правый или левый? Или центрист? На самом деле, я представитель малого бизнеса, являюсь одновременно и предпринимателем. Мне на самом деле не важно, кем будет президент, правым или левым. Главное, чтобы это был нормальный политик. Главное, чтобы приоритетом для него были интересы России и ее граждан, а не удержание личности. У нас много нормальных политиков. Ковский, Яшин, Юленский, многие другие. Главное, чтобы нашим президентом был нормальный, вменяемый человек. Который... народа, а не своих друзей. И я вижу, что, как показывает практика, самым эффективным из нормальных политиков является Алексей Навальный. Это показали, например, выборы мэра Москвы. Я верю, что Алексей Навальный рано или поздно станет президентом Российской Федерации. А, и мы все ему в этом поможем. Главное, чтобы хорошие люди держались вместе и ничего не боялись. Ну, конечно, придется идти на некоторые жертвы. Вот все смотрели вчерашний ролик, где в мурманской школе там какая-то учительница или какая-то специальная тетенька говорила, что... Да, что не... вот я пошел на жертву, теперь я засветился на митинге и вряд ли поступлю в ПТУ. Мы все тоже будем ходить в среднем специальном образовании. Спасибо. Друзья, вы замерзли? Нет!
Намёкли? А только что он сказал, предыдущий оратор напомнил про кофту, на ее приказ не ходить сюда молодежи. А поднимите руку, кто пришел из этой лицензии, или гимназии, в которой запретили прийти сюда. Есть такие? Гимназия номер 7, правильно. Давайте похлопаем ребятам, которые... Кому-нибудь еще угрожали, если вы придете, то что-нибудь случится. А так теплее, да, когда хлопает? Хочу дать слово кандидату президента Российской Федерации Алексею Навальному. Спасибо огромное, ребята, я очень счастлив. Поэтому, ну, я теперь знаю все про классную мурманскую... Пришли сюда. Записи учителей. За бюджетные деньги. За путь. Пойди сюда. Не правда. Сколько можно бояться? Не боюсь, а вы? Отлично! Я что участвую в избирательных... Меня грозили сажали. Я просидел. Но лучше... Пришли сюда и... Я слышал, что там они говорили. Мы, и они... Верно, если они не хотят, чтобы вы все стали абитуриентами, то мы в году не доберут. Верно, туда никто не придет. Но я хочу сказать, что после нашего... Чтобы только те, кто был сегодня на площади. Шутка, шутка, конечно, нет. В вузы поступят те, кто отлично сдаст... экзамен директора Лихтона, она говорила, что я экстремист. Они вообще довольно часто говорят, что я экстремист. Я не пойму, почему. А что я говорю такого особенно ужасного? Ну вот, видимо, так. Видимо, слово «правда» для них экстремизм, потому что... Ничего себе, какой я... Я про себя думал, что я тихий домашний человек. Запугал весь остров, запугал всю страну своим экстремизмом. А потом я понял, что, ну, они боятся, они трясутся. Компания, она о простых вещах, которые лежат на поверхности, с которыми согласен любой старый и молодой, живущий в Москве, Мурманске, Новосибирске. Потому что все это... Скажите мне, пожалуйста, кто смотрел фильм «Вам не Димон»? Нет, что YouTube популярен здесь. А кто поверил фактам, которые там есть? Кто считает, что... Кто сомневается в фактах, которые... Вижу руку. Но скажите мне даже те, кто сомневается. Это недостойно того, чтобы... Но ведь это простая вещь! 20 минут смотрела, вот они, документальные доказательства! Второй человек в стране, просто жжёт вор! На 80 миллиардов! Построил дворцы, яхты, ну вот они сфотографированы! Давайте проведем проверку! Но эта власть делает вид, что вообще ничего не происходит. То есть не то, что там уголовник, иду на эти выборы. Я хочу стать президентом, я хочу получить вашу поддержку, потому что я хочу, чтобы в России была борьба с коррупцией. И я обещаю вам, что я буду бороться с коррупцией. Я обещаю вам, что я посажу их всех. Я отправлю их на скамью подсудимых. Я предам их честному суду. Бесплатные миллиарды или миллионы. Они украли наше будущее. Невозможно, перспектив нет у страны.
регионе население больше стало меньше за последние годы? Из Мурманской области уехало 380 тысяч человек. Огромный просто исход населения происходит. А скажите вот честно, положа руку на сердце, вот вы сами как... Есть какие-то перспективы развития? Чувствуете, что народ сюда начнет богаче? Вы чувствуете? Тогда, если хуже и хуже, а где тогда должно быть? Либо рыбный порт. Мы половину про вашу Штокман, никель, газ. Все про вас. Ну а вы-то чувствуете это? Нет. Когда вы читаете в новостях, Норильский никель увеличил... Думайте об этом. Классно. Завтра я стану немножко богаче. На! Даже вопросы об этом в России. Вот даже в странах Турского залива, где сидят... Там население понимает. Богаче. Нефть упала, может быть, выросла цена на уголь, мы стали богаче. Выросла цена, мы стали богаче. Но в России это не работает, потому что мы полностью отрезаны, оторваны. Жить нам по праву. Вот если посмотрите, является он такой или нет? Она похожа на соседей ваших, Норвегию и Финляндию. А что с нами не так? Все то. Власть не та. Не просто воры. Что-то здесь стоит. И в это же время в Москве... Когда это здание ремонтировали последний раз? Когда вот то здание... 50-е годы... ...возраста. Видите, города стоят облупленные здания. Это не страна. Это просто... Любите москвичей, наверное, да? И по всей стране не любят москвичей. Но москвичи-то вообще-то точно так же лживый, лицемерный, не хочет реагировать вообще ни на что. Но слушайте, про то, что... Нет! Она считает, что она устроила та своего сына. Но как это называется? Это же очевидно. 700 тысяч человек в области живут. Все понимают, это как этого тот самый человек, который к нему претензии. К которому ни одной претензии нет. Когда министр вашего правительства другим членам правительства и сам себе выделяет сколько там. Да? И что это? Это не стоит ничего. И очень хорошо понимаю, я на выборы по моему иду, что если власть никак не только нагло все делает, это обстряпывается, будет работать ни образование, ни здравоохранение не будет собой своей. Они превратили сейчас Россию в папаши, которые начальники спецслужб, и детишки, которые возглавляют госкорпорации и так далее, и так далее. Все они, ни у кого не приедь. Спрашивающие люди, давайте я вас спрошу. Предположим, ну или на вуз Мурманской области. На какую зарплату вы сможете устроить, если будете работать честно? 30. 40, я слышал. По моей специальности 20. Не-не-не, ну подождите. Регион жизни. Куда? Ну должна же быть зарплата хотя бы не Норвегии. Ну хотя бы как в странах
Европу можно устроить минимальная зарплата 1100 евро. Можно устроиться на 70 легко? Нет. Так я тогда чуть не понимаю, друзья мои. В каждом регионе непонятно, и у вас непонятно, а тогда не зарплата. Двадцать пять. Максимум 25. Кафтун. Значит, когда привезли депо США, и вы ищете на Мурманскую область. На сайте правительства Мурманской области написано, что вот у вас здесь 57 тысяч. 7 тысяч средняя зарплата в вашем регионе. Вы в это верите или нет? Невозможно, потому что ты на сайт поиска работы. Там есть индивидуальная зарплата у вас здесь. 27. И как же так получается, что по данным государства... Потому что они врут во всем. Даже уже в государственной статистике. И моя компания в первую очередь, как бы меня не называли, говорю какую-то ерунду или еще что-то. Моя компания о том, чтобы у людей была больше зарплата. Я просто считаю, что это невозможно в стране на первом месте по продаже в мире. На первом месте по продаже газа в мире, который продает полезных ископаемых на триллионы долларов. Были такие зарплаты. Я считаю и считаю, что у России может быть нормальное будущее. Да, не будет завтра золотых дворцов. Мы это здание хрустальным завтра не заменим. Но мы хотя бы, наверное, сможем побелить. Наверное, хотя бы мы сможем в России сделают дороги, потому что даже в Африке сделали дороги. В Латинской Америке решена проблема дорог. И только Россия постоянно. Чиновники разводят руками, и уже много проблем дорог нерешаемо. Да, сегодня была новость. Где, в каком городе? В Омске. Я еду, я буду в воскресенье в Омске. Там дорожную яму заделали картошкой. Понимаете? Мы сделали Сколково. Какие-то нанотехнологии. Медведев и яму заделали. Картошку не заделали. И говорят нам, ну это невозможно починить. Ну почему невозможно, если людей чинят? Бюджет России и сейчас огромен. Его хватит для того, чтобы мы базовые наши нужды реализовать, если не красть постоянно. У нас ведь что получается? Посмотрите южный берег Франции. Официальные данные агентств недвижимости Лондона. Они же все говорят одно. Дома скупают русские чиновники. Ну так, так и работает. В одном месте умно, в другом месте прибыло. Вот отсюда, из этого облупленного здания и происходит богатство наших чиновников и наших олигархов. В 2000 году, когда Путин пришел к власти, в России сколько было долларовых миллиардеров? 8. По разным оценкам от 4 до 8. А сейчас их около 160. Этим надо гордиться. Отлично! Гордимся! Спасибо! Гордимся тобой, Роман Абрамович! Гордимся тобой, мой любимый друг Алишер Усманов и все остальные. Ну да, прекрасно! Я готов гордиться миллиардерами. Я реально горжусь миллиардерами, которые сделали Яндекс. Или миллиардерами, которые что-то создали. Но почему я должен вообще сидеть и анализировать, и все мы могли сидим и пытаемся понять, ну как же так, если в стране все больше людей за чертой бедности, уже 20%, если зарплата меньше, чем в Казахстане сейчас в России, меньше, чем в Китае сейчас в России, создано, скажите мне, может я ошибаюсь, сейчас меня поправите, создано какое-то новое предприятие в Мурманской области за последние 18 лет? Какой-то завод, я не знаю, в порту что-то построили? Трое что-то? Есть что-то? Ну, подсказывают, что строят. Ну, может быть, что-то и построили?
Но я знаю одно, что вот те нефтедоллары, которые поступали в Советский Союз в брежневские времена, вот на них построено вообще все, что мы видим. Все, что мы видим, это нефтедоллары 70-х годов, которых было меньше, чем сейчас. А Путин сидит у власти уже больше, чем Брежнев. Буквально недавно он превысил на несколько дней срок Брежнева власти. И где это все завалось? Во что оно превратилось? Что? Вот ровно в этот самый рейтинг миллиардов превратилось. Спасибо. У нас 60-летний мужчина считается глубоким стариком. У нас нету здравоохранения вообще. Когда умирает, все говорят, ну что, пожил? Ну как, ну достаточно, ну как? Радуйся, что ты 65 лет дотянул. Когда нам Владимир Владимирович Путин на последний что, ну вы знаете, состояние улучшилось в Российской Федерации. Улучшение. Я вижу довольно много людей старшего поколения. Пожалуйста, идете в больницу, в поликлинику и говорите, я хочу сделать УЗИ бесплатно. Быстро вам оно будет? Сколько времени нужно дождаться, чтобы было? 2 месяца. Хорошо, если вы проведете такую преступную в России фразу, я хочу получить МРТ бесплатно. Вы смеетесь, но это же элементарные вещи. 21 век. Мы не можем вылечить людей от элементарных заболеваний. У нас выявляемость рака на 4-й стадии. У нас люди мрут от болезней, от которых уже давно никто не умирает. У нас по количеству вновь заболевших СПИДом. Мы опередили почти всю Африку. Я иду на выборы, но потому что это моя страна. Я здесь живу, у меня здесь родились 2 детей. Я хотел бы, чтобы они здесь остались. И я знаю точно, что мы можем себе обеспечить нормальную жизнь. Я знаю точно, что есть страны, в которых честные судьи. Я сделаю так, чтобы будут в России честные судьи. Я просто, став президентом, я запрещу сам себе их назначать. Вот и все. На мировых судей будет выбирать народ. Тут я этого не боюсь. Это они боятся, что народ выберет каких-то всегда ужасных людей. Но правда заключается в том, что народ-то чаще всего выбирает нормальных людей. Да, вы смеетесь, потому что в России это не работает. Сейчас в России нормальных людей никто не выбирает, и вообще выборов нет никаких. Я знаю точно, что некоторые элементарные, простейшие меры приведут к тому, что люди будут значительно богаче и значительно свободнее. Но вот скажите мне, ну тоже же просто лежит на поверхности. Кто хоть раз брал потребительский кредит где-то? Ну, в магазине покупали стиральную машину. Кредиты брали? Какой процент? 20, 30, 50, мы видим по некоторым там, вот эти вот в интернете часто там распространяют, эффективная ставка 1000% годовых. Ипотека, можно здесь купить квартиру? Хорошо, 11% годовых. Объясните тогда, пожалуйста, какого черта Путин дает своему собственному зятю кредит из бюджета под 0% годовых? Какого черта? Государство спасает банки и банкиров и дает им деньги под 0% годовых, под минимальные ставки. Но так и получается, что мы не можем ничего купить по ипотеке, потому что они получают под 0%. Я знаю точно совершенно, что в России можно снизить ставки, например, до 3%, 4%. Если они говорят, что инфляция 4%, почему нам дают кредиты по 12%? Это элементарная вещь, ее можно сделать завтра. Судебную систему можно починить во многом завтра. Борьбу с коррупцией реально начать просто завтра. Я становлюсь президентом. Я ввожу закон о борьбе с незаконным обогащением. И когда ваш губернатор Ковтун, ее семья, не сможет объяснить, откуда она взяла доходы для таких расходов, против нее автоматически возбуждается уголовное дело. Автоматически.
И таким образом огромное количество чиновников, вороватых чиновников, нормальных мы не будем трогать, мы отправляем на скамью подсудимых, и не нужно рассказывать нам вот эти вот какие-то сказки, дрянь, про то, что это ж так тяжело бороться с коррупцией. Коррупция труднодоказуема, говорит нам постоянно Путин. Ты что доказывать-то? Ну если ты владеешь дачей, которая стоит 50 миллионов, ну вот и все. Либо объясни, где взять 50 миллионов, либо уголовное дело и вперед. Оно работает во многих странах. И был здесь такой закон. И я хочу, и я знаю точно совершенно, что в России огромное количество людей хочет этих перемен. Людей, которым не надо, нельзя задурить голову вот этой дрянью про какую-то Украину бесконечную. Только им скажут, что говорит, он хочет спать на Украине. Я говорю, что у Медведева два... Черт, он же Майдан хочет устроить. Он же беспорядки сделал. Приехал в центре Мурманска, устроил беспорядки. Да здесь вообще самый мирный митинг на свете. Мы хотим простых вещей. И не хотим вот этого рассусоливания, как не включишь телевизор. Там же первая, вторая, третья новость про Трампа. Четвертая, пятая, шестая новость про Украину. Ну надоело уже, тошнит от этого всего, ну согласитесь ведь? Да. Когда новости-то про нашу страну будут? Когда я стану президентом, я знаю точно, где я моментально возьму довольно много денег для того, чтобы решить здесь значительное количество проблем. Не легализация марихуаны, с этого мы начинать не будем. Я вам скажу, я перестану прощать долги другим странам. Давайте здесь решим. Давайте прямо здесь, перебесед города Мурманска, который находится довольно далеко от Сирии, правильно? Мы находимся довольно далеко от Венесуэлы. Давайте проголосуем, кто за то, чтобы прекращать прощать долги Венесуэлы? Кто за то, чтобы перестать давать новые долги Венесуэле? Ну как можно грузить им миллиарды, если у нас у самих здесь, ну прямо скажем, проблемы совсем, куда ни посмотри. Это же действительно огромные деньги. Суммы, сопоставимые с ежегодным финансированием образования и здравоохранения. У нас что? Учителя все такие богатые, им не нужны деньги. У нас у всех идеальные учебники, идеальные школы, идеальные классы, большие стипендии. Но если нет, тогда, значит, я становлюсь президентом и говорю прекрасным странам. Дорогие жители Мозамбика, Кубы, Венесуэлы, не знаю, Пальмира, остальное. Люблю вас, не могу. Обожаю. В Мурманске вас очень сильно любят. Но извините, пожалуйста, верните нам. Мы не будем ничего вам прощать, у нас ни самих ничего нету. Когда я стану президентом, я сделаю простые вещи. Я попрошу Швейцарию вернуть все, что было украдено в России, и увезем его туда. Они делают это. Многие страны этого добивались. И только Россия не хочет делать ничего. Когда мы уличили генпрокурора Чайку в коррупции и написали в Швейцарию, да, ребята, мы готовы возбудить против него уголовное дело. Просто ваша генпрокуратура, которая по случайности возглавляется Чайкой. А она хочет ничего делать. Она нам сообщает, что никаких преступлений нет. Вот поэтому... Но я знаю точно, и я верю, как бы ни рассказывали о том, что мне нельзя идти на выборы, я там уголовник, и мне закон запрещает мне что-то делать. Я же не про бумажки, я про суть. Я знаю, что я такой не один. Я знаю, что на самом деле это у меня 86% в земле. Потому что все против коррупции здесь. Никому не нравятся олигархи. Никому не нравится, что 80% национального богатства в руках у 0,1% населения. Никому не нравится, что уже даже западные экономисты считают и сообщают нам, говорят, ребята из России, у вас на офшорных счетах лежит 70% вашего ВВП, вывезенного из страны. Мы можем новую страну построить. И они говорят нам, эй, вы как-то обратите на это внимание. А наша власть говорит, да не, ну это ерунда какая-то, мы тут вот что-то тут...
горячие люди. У нас Украина, у нас Донбасс, мы Алеппо спасаем. Я стану президентом, который будет заботиться о гражданах России, который войдет во власть, имея определенный перечень имущества, который вы увидите в декларации, и который выйдет из Кремля и не будет иметь ничего, кроме этого же перечня имущества, потому что, ну, должен же быть, ё-моё. Хотя первый раз в истории России какой-то честный человек у власти. Я хочу стать таким человеком. Я прошу вас поверить в меня. Я прошу вас стать частью нашей команды. Я прошу вас агитировать за меня, за себя, за них, за всех. Потому что только так мы победим, и победа наша неизбежна. Потому что мы за правду, мы за очевидные вещи. А на их стороне только ложь и воровство. Поэтому наша победа неизбежна, и их поражение точно так же неизбежно. Друзья, спасибо огромное, что пришли. Спасибо. Я, как и обещал, готов отвечать, если вам еще вы... Я боюсь, что вы все заболеете. Я готов отвечать на вопросы. Без какой-то подготовки и без бумажек. Ты! Такой портрет личности. Я должен! Это будет сложно. Поднимайте руку. Ладно. Вопрос? Нет, ну, пожелания дайте потом. Вопросы какие-то есть. Давайте, я просто... Руслан, дай микрофон и задайте вопрос. Только коротко. Слышно ли? Друзья, а можно объявление? Только что посчитали на рамках людей, и это самый рекордный митинг в истории Мурманска. Здесь сейчас присутствует 2600 человек. Ура! Ребята, вот, мы посчитали, вы увидели, довольно большой митинг, честно говоря, да, я, ну, готовился к тому, что здесь будет человек 100-150 с учетом погоды, но я прошу вас об одном, в том числе я прошу вас, когда вы придете сегодня домой, зайдете в интернет и увидите сообщение УВД города Мурманска о том, что на митинге сегодня было 83 человека, вы, пожалуйста, расскажите, как они нагло выглядят. Ладно, мы готовы с вопросами? Вот человек руку тянет. Здравствуйте, у вас вопрос. Микрофон сразу давай. Мы такая классная, крутая страна. Повторю. Отличный вопрос, спасибо большое. Мы такая крутая, классная страна и до сих пор зарабатываем нефтью. Это когда-нибудь закончится или нет? Я иду на выборы с этим вопросом. Мне надоело это. Слушайте, сегодня же юбилей. Знаете что, 20 лет назад наш компанию, которая называется Google, которая сейчас стоит больше, чем Газпром, Роснефть и все остальные. Это наше грандиозное преимущество. Мы не собираемся отказываться. Но задача зарабатывать на чем-то еще. Задача дать людям волю. Если наши же уезжают постоянно целыми днями. Каждый год из России уезжает 200 тысяч человек, которые в Индию едут заниматься программированием, в Румынию едут заниматься программированием, в Калифорнию едут заниматься программированием, разбегаются по всему миру, зарабатывают огромные деньги и платят налоги в бюджеты других стран. Я стану президентом. Я отменю налоги на малый бизнес вообще. Вообще отменю! Потому что все налоги на малый бизнес – это 0,5% ВВП. С ними возни больше. Я считаю, что занимается человек бизнесом малым сейчас. Пусть он занимается, кормит себя, свою семью. Дай бог ему здоровья и счастья. Мы прекратим регулирование это. Я обещаю, стоя здесь, на трибуне в Мурманске, что я закрою к чертовой матери Роскомнадзор. Отвратительно! Гадкая структура, которая ничего не приносит, кроме убытков. Я закрою к чертовой матери. В России каждый год проводится 2 миллиона проверок. 2 миллиона проверок! Что не проверяют-то? Что не проверяют здесь? Бизнес дышит наладан. Они все время куда-то лезут, что-то проверяют. Я сокращу количество проверок в 500 раз. На следующий день я сделаю это, и тогда бизнес начнет развиваться, и тогда мы будем зарабатывать на чем-то, кроме нефти. Вопрос? Что с парами делать?
Расскажите про внешнюю политику, отношения со Штатами, с Европой и с Азией. Как я уже сказал, важнейшая вещь, которую мы должны сделать во внешней политике, всех любить, но никого не кормить. Не давать никому денег, пока у нас у самих их нет. Главное, что мы должны сделать, мы должны со всеми дружить. Мы прекратим со всеми войны, любые войны. Надоело воевать, это дорого. Это бессмысленно, это приносит нам убытки. Что-то происходит там черти где. Но платим за это мы отсюда из своего кармана, в том числе и в Мурманске. Я считаю, что все развитые страны, которые вы перечислили, они наши глобальные партнеры. С ними нужно торговать и на этом зарабатывать. Мы должны стать такими же прагматичными, как американцы. У них все просто. Они на всех хотят зарабатывать деньги. И мы будем на всех зарабатывать деньги, со всеми дружить, а выстраивать нормальные отношения, держаться подальше от всяких затратных проектов, держаться подальше от войн и заниматься тем, чтобы люди наши становились богаче. Вот сюда мы направим, внутрь России, всю нашу энергию и мощь. Вот сейчас там Путин и все остальные, они постоянно нас подталкивают, что мы должны что-то там захватывать, куда-то какая-то экспансия должна быть. Какая экспансия? В стране никто не живет, ё-моё. Огромные пустынные территории. Нам нужна колонизация России. Поэтому моя внешняя политика будет завязана на внутреннюю и будет касаться того, что мы должны развивать нашу страну. Вопрос? Да. Далеко микрофон давайте. Если тут ближе подойдете сюда. Если я вас кину микрофонов, могу попасть. Могу попасть. Ну, это не угроза была, это так. Давайте. Ну, микрофон, да. Руслан, давай микрофон. Алексей, добрый вечер. Добрый. Я вас искренне поддерживаю во всех ваших начинаниях. Ближе к микрофону, чтобы все слышали. Я искренне поддерживаю вас во всех ваших начинаниях, хожу на митинг и на все. Спасибо. И насколько вы реально оцениваете то, что вы придете к власти? Вот мы собрались здесь, нам 2600. Это буквально там 0,5% населения Мурманска. 70% Мурманской области вас вообще не знают, а половина из тех, кто знает, считают, что вы американский шпион. И украл весь лес. А? И украл весь лес. Ну, это другое. Я вас сторонник. Здесь собрались ваши сторонники. Какой у нас реальный план? Во-первых, вас, скорее всего, не зарегистрируют. Что мы будем делать? Даже если зарегистрируют, мы вас не изберут. Что мы делаем, что делать будем? Слушайте, спасибо. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Спасибо большое. Это важнейшая вещь, чтобы мы понимали, потому что мы очень часто же сами себе говорим, у нас же так мало. Посмотрите, вся страна это какие-то такие люди, не врубающиеся ни во что, не пользующиеся интернетом. Давайте только я вас спрошу, вот здесь 2600. Вы говорите, справедливо говорите, это немного, 0,5% населения города, правильно? В городе 300 тысяч населения, там один запутался, в математике мало, короче, немного. Только скажите мне сами, когда здесь был митинг по численности больше? Никогда! Способна ли Единая Россия провести митинг по численности больше? Нет! Сколько людей придет митинговать за Марину Ковтун бесплатно? Бесплатно! Не за отгул, не за 1000 рублей, не потому что заставили. Сколько придет людей? Боюсь, что ноль, включая ее самому, потому что она постесняется быть одна с одиночным пикетом. Она боится быть в одиночном пикете. Поэтому, ребята, нужно очень хорошо понимать, что среди политически активного класса мы большинство. Не нужно самих себя принижать. Да, они захватили власть. Да, кажется, что у них там много всего, но все на нашей стороне. Вот все полицейские, вот этот центр Э, который с камерами стоит, всех снимает и так далее. Они же тоже, они снимают всех и думают, конечно, варьё. Да, нифига себе, олигархи, ничего, не должно быть такое. Они все то же самое, потому что, они полицейские со своими камерами, но они что, квартиры получают быстро? У них большие зарплаты? Да ничего подобного, большие. Относительно 27 тысяч, может быть, немножко побольше, но все равно нас много. Второе. Есть грандиозная проблема пропаганды. Да, вы говорите, 70% области, кто-то меня не знает, кто-то считает, что я американский агент, украл весь лес. Я поэтому сюда и приехал. Для того, чтобы просить вас вести и заниматься этой работой. Нет ничего более мощного,
Нет другой более мощной силы, чем люди, которые агитируют. 2600, если каждый из вас потратит 15 минут на то, чтобы рассказать друзьям, знакомым, коллегам в соцсетях о митинге, о том, сколько здесь было народу, о том, что я говорил, о наших идеях, весь город Мурманск будет приагитирован за один день, за один день. Не нужно думать, все перемены в мире всегда делали маленькие группы людей, объединенные общей идеей. У нас с вами есть общая идея? Да! Все! Ничего другого нам не надо. Меня зарегистрируют. Сейчас, конечно, они говорят, что мы не зарегистрируем. Но это же штука такая. Они всегда действуют, исходя из опросов населения, исходя из мнения населения. Когда я шел в мэра Москвы, мне тоже сказали, что меня не зарегистрируют. Когда меня сажали в тюрьму на 5 лет, мне тоже сказали, что меня не выпустят. Тем не менее, все случилось потому, что люди вышли и люди заставили. Когда они своими опросами общественного мнения узнают, что есть критическое количество жителей Мурманской области, которые требуют регистрации Навального на выборах, которые, может быть, не во всем его поддерживают, но они считают, что правильно участвовать в выборах. Они как миленькие меня зарегистрируют. Потому что даже единороссы, даже путинцы, даже те, кто меня не любит, мы их сами опрашиваем, они говорят, мы за конкурентные выборы. Мы против монополии. Потому что если Путин такой крутой, у него 80%, то чего он тогда боится-то? Ну тогда я, значит, выйду и получу свой 1%, правильно? Или сколько? Они не пускают меня, потому что они знают, что это будет не 1%. Они знают, что даже в условиях тотальной цензуры мы получим гораздо больше. Они знают, что мы можем выиграть, и мы выиграем эти выборы. И у меня, ну реально, извините, что я долго отвечаю на этот вопрос, я просто хочу, чтобы вы поняли. У меня нет хитрого плана. У меня нет другой концепции. У меня нет плана «Б». Мой единственный план заключается в том, что я буду ездить так вот по городам, собирать народ и просить вас требовать, высказываться, агитировать за меня и говорить о том, чтобы меня зарегистрировали на выборах. И тогда они зарегистрируют. Мы сделаем это? Да! Я верю в это, поэтому и езжу. Поэтому и стою под дождем, и благодарен вам, что вы стоите под дождем. Я действительно считаю, что так и будет. Вопрос. Есть такая версия, что я американский агент. Окей, что еще? А есть более странная версия. То, что вы проект Путина. Как? Было очень много передач. Примерно с 2008 по 2011 было очень много показано в эфире о том, как в России якобы борется с коррупцией. И по факту все дела, которые показывали, их заменяли. Их затаптывали. И это все было как иллюзия борьбы с коррупцией. Вот чем вы можете подтвердить тем, что вы не проект Путина? Окей, хорошо. Вопрос, чем я могу подтвердить, что я не проект Путина? Ну, как насчет того, что сюда запрещали приходить всем, грозя выгнать из вузов? Как насчет того, что меня сажали? Как насчет того, что мой брат сидел? Ну, слушайте, ребят, огромное количество конспирологических версий. Кто за то, что я американский проект? Ой, слава богу, что мало народа. Кто за то, что я проект Путина? Кто за то, что... 1, 2, 3. Кто за то, что я проект жителей Мурманской области? Я такой есть! Моя деятельность прямая в лоб! Все, что я делаю за последние много-много лет, можно посмотреть в интернете, прочитать. За мной бегают, шпионят, мою семью снимают камерами. Все это лежит в интернете. Моя жизнь, я этого не так сильно хочу, она абсолютно прозрачна, поэтому я вас уверяю, я ваш проект. И я бы не делал бы этого ничего, если бы я не верил в то, что есть люди, которым нужен такой проект. Вопрос, я вижу, вы даже прыгаете, как на Майдане, потом скажут, прыгали, как на Майдане. Давайте вопрос. Вот у нас по статистике уменьшается количество бюджетных мест. Нет. Вопрос про то, что в России уменьшается количество бюджетных мест в вузах. Уменьшается количество бюджетных мест везде. При мне будет ли уменьшаться или увеличиться? Так вопрос я сформулировал, верно? Просто такая
конференции с Путиным, задали ему вопрос. Да, и он... да, я видео уже про это выпускал. И Путин сказал, что увеличивается количество бюджетных мест. Он врет. Значит, моя позиция по этому поводу простая. Образованные люди приносят деньги. Образованные люди приносят больше налогов. И это не то, что я придумал классную, красивую фразу для того, чтобы вам сказать. Это опыт развитых стран. В Германии почти отменила, например, плату вузы. Во многие американские вузы студенты могут приехать и учиться, но не бесплатно, но на грантовой основе. Они сами не платят, потому что мы должны понимать простую вещь. Чем больше мы дадим уровень образования, тем лучше будет жить этот человек, тем больше он заплатит денег в бюджет. Поэтому, безусловно, увеличение расходов на образование – это не для меня не красивый лозунг для того, чтобы учителя за меня голосовали, а это просто рациональная политика, чтобы было просто больше денег в бюджете. Давайте отсюда возьмем вопрос, я его подтянул. Да, давайте. Руслан, можешь микрофон? Спасибо. Спасибо. Нормально слышно? Нормально. Слышно, да. Привет, ребят. Я, собственно, и есть тот чувак, который писал про земельный участок министра Макарова и про детей губернатора и все такое. Молодец, поаплодируем. У меня есть два комментария и ровно три утверждения. Комментарии следующие. А вопрос-то будет? Да, извините. Будет. Ребят, мы живем в большой стране, но эта страна очень разная. 10 минут назад я сам здесь был свидетелем, как сотрудники полиции скрутили провокатора и увели его. Видели это? Нет. Мы живем в разной стране. В Мурманске сотрудники ГИБДД не берут взяток. В отличие от какого-нибудь Краснодарского края. Серьезно? Поаплодируем сотрудникам ГИБДД. Поаплодируем полицейским, которые скрутили провокатора. Я не видел этого, молодцы. Сегодня утром я был в суде на оправдательном приговоре. Они очень редки в нашей стране, но в Мурманске они происходят, ну, чаще. Мешки в лагере 51, увидишь. Главная проблема нашей страны и Мурманской области заключается в трех вещах, на мой взгляд. Первое. Власть, которая руководит Мурманской областью, является временщиками. У них нет совместных интересов с теми людьми, кто здесь живет. Второй тезис. У молодежи, которая сюда пришла, нет понятного будущего, нет социального лифта, понятно вам всем. Вы можете закончить вуз, ПТУ, неважно что, но это не гарантирует вам абсолютно ничего. Я надеюсь, что власть, которая будет в нашей стране когда-нибудь, она даст молодежи понятные механизмы социальных лифтов, чтобы каждый из вас смог найти свое место в нашем обществе. И последнее, про министра Макарову и ее дачу. В ее отношении возбуждено уголовное дело, и прокуратура требует очень жестких условий увольнения министра. Это уникальный случай, но это происходит прямо сейчас. Отлично. Спасибо. Отлично, спасибо большое. Классная новость. И внутри нее есть ужасная фраза. Это уникальный случай. Когда мы придем к власти, это перестанет быть уникальным случаем. Так и будет. Вопрос, да? Перспектива для Мурманской области 16 президентов. Перспектива для Мурманской области, если президентом станете. Перспектива для Мурманской области, когда я стану президентом? Я отвечаю. Первое. Как и другие области, как и другие субъекты федерации, Мурманская область перестанет отдавать все деньги в Москву. Значительная часть налогов останется здесь. Опять же, не потому, что я считаю, что я должен вам такое сказать, чтобы меня поддержали, а потому что иначе не будет развиваться страна. Вот Путин провел эксперимент длиной 18 лет. У них была идея такая, что ну в регионах же там сидят такие люди бестолковые, нужно все деньги забрать в Москву, а потом оттуда уже раздавать. Вот этот эксперимент провалился. Мы увидели, что в Москве деньги просто воруют, а регионы просто загибаются. Города не развиваются. Когда я стану президентом, у вас здесь будет больше своих налогов. Вы будете сами выбирать мэров, сами выбирать губернаторов, сами выбирать судей, которые не являются федеральными судьями, а мировыми. У вас здесь будет независимая пресса. И те деньги, которые будут вам оставаться от ваших природных ресурсов, будут работать на вас. И я уверен, что жизнь будет
понемножку будет лучше, а ваша зарплата все больше и больше. Для этого я иду на выборы. Вопрос. Да, кто хочет здесь? А, да, пожалуйста, микрофон Руслану. Да, микрофон. А потом вы, да. Значит, вопрос такой. Возможно ли сделать таким образом, чтобы президент, который будет выбираться в нашей стране, находился у власти не более 2 сроков подряд, кто бы он ни был? И момент еще, так сказать, перефразируя нашего премьер-министра Дмитрия Гризли. Значит, хочу сказать... Он не гризли, камон, он не гризли. Я не знаю, какая порода у самого маленького медведя. Он точно не гризли. Значит, вас прессуют, это мы знаем. Но вы держитесь. Я держусь и без денег. А, кстати говоря, кто хоть раз меня перечислял хоть сколько-нибудь денег на нашу избирательную кампанию? Спасибо большое, ребята. Я аплодирую вам. Благодаря вам и происходит наша избирательная кампания. А я держусь. Вот у нас все так и построено. И мы и будем это делать. Фонд борьбы с коррупцией существует уже много лет. И они закрыть его не могут. Благодаря поддержке. И я знаю точно, что сделать с нами нельзя ничего. Ну, конечно, можно посадить и меня. Можно посадить людей вокруг на 15 суток или на 15 лет. Но все равно, по сути, ничего не изменится. Ну, у вас же здесь есть человек, он только что выступал. Он занимается точно такой же работой. Его не будет, будет другой заниматься. Потому что проблемы реальные есть, и всем рот нельзя заткнуть, верно? Да! Мы же не замолчим? Нет! Вопрос. Вопрос был такой. Каждого президента поддерживает какое-то лобби. Когда вы станете президентом, будет ли вас поддерживать армия, будет ли вас поддерживать какие-то другие силовые структуры? Ведь не секрет, что всякие генералы, руководители, они все путинские. Правильно я сказал вопрос? Значит, рассказываю эксклюзивную историю для вас. Я ужасно благодарен вашей области, знаете за что? За свой видеоблог. Че, смотрите его? Знаете, откуда он возник регулярно? Я с семьей отдыхал в Карелии. И назначили свидание с моим братом, который сидит, как вы знаете, наверное, в Орловской области. И мне нужно было добраться, и я сел на поезд Петрозаводск-Санкт-Петербург, который ехал отсюда из Мурманска. Ко мне в поезде подошел чувак и сказал: «Я служу на подводной лодке, я из Мурманской области. Ты кончай писать в свой блог, делай мне видеоблог, потому что мы уходим, мы хотим накачать роликов и будем всем экипажем их смотреть». Поэтому, может быть он и здесь, если здесь, подойдите ко мне, пожалуйста, я ужасно благодарен за тот совет. И именно после того я начал делать постоянно эти видеоблоги. И я могу сказать, я из военного городка сам, у меня отец военный. Многие считают, что я какой-то там, не знаю, представитель московской элиты или еще чего-то. Я-то как раз абсолютно простой человек из простой семьи. Все мои одноклассники, они либо милиционеры, либо военные, либо ФСБшники. Я оттуда сам вышел. Я знаю точно, что у нас там огромная поддержка. Да, безусловно, пропаганда промывает мозги этим людям. Но думаете, они не видят, как воруют армию? Там воруют еще больше. Думаете, их не бесит Сердюков? В 10 раз больше. Но ведь было самое главное коррупционное дело. Где сейчас Сердюков? Провел он хотя бы один Привет. День на скамье подсудимых. Провел он хотя бы один день в тюрьме. Нет! Ездит на Мерседесе с мигалкой, уверяю вас. У нас огромная поддержка внутри силовых Дождик. Органов. Со всей этой элитой будет одно. Значит, есть первое сито и решето, через которое мы пропустим и генералов, да. и гражданских, и всех остальных. Мы берем их имущество и сверяем с их доходами. Если есть разница между имуществом и доходом, мы говорим, дружище, либо объяснишь, либо завтра тебе дверь разрезают, как блогерам из Немагии. Вот так оно и будет работать. Вопрос, дайте, Руслан.
мы не можем передать микрофон назад, но кто-то передает вопросы. Давайте я озвучу. Давай. Он сказал, что я отвечал на подготовленные вопросы. Нет, пришел чувак и сказал, что это вопрос. Что делать с ЕГЭ? Спрашивают, правильно? ОГЭ, ЕГЭ. Значит, давайте коротко обсудим ЕГЭ. Скажите, пожалуйста, в каком регионе самые высокие баллы по ЕГЭ? Дагестан. Дагестан, Чечня, другие северокавказские регионы. И это означает, что вся система ЕГЭ обессмысленна вот этим. Либо везде экзамены идут честно, и все имеют равное право поступить в ВУЗ. Либо тогда это вообще не имеет смысла. Я не считаю, что ЕГЭ прям очень плохая система. Ее нужно однозначно отменить. Но в нынешнем виде она, конечно, просто не имеет никакого смысла. ЕГЭ придумано для того, чтобы талантливый человек, трудолюбивый, из любого региона мог на равных поступать в ВУЗ. Со всеми. Но если у нас есть целые регионы, которые заведомо вас всех победили в ЕГЭ, тогда все это теряет смысл. Да! Вопрос. Что будет с Чечней? Значит, что касается Кадырова... Да давай про Кадырова. Что опасного? Я говорил это много раз. Могу сказать еще раз, и я никого не боюсь. Я стану президентом, Кадырова будут проверять на причастность к убийству Немцова. Я действительно, лично мое мнение, я считаю его заказчиком убийства Немцова. И он будет проверен, и без всяких поблажек, и без всего этого. Я не боюсь, и повторю это сколько нужно раз. С Чечней нужно делать то же самое, что с остальными субъектами федерации. Да, мы видим постоянно вот эти вот... какие-то Порш Каенов, колонны, которые едут, но большинство населения, оно же там нищее. Бедность и в Чечне, и в Дагестане, и в остальном Северном Кавказе еще больше, чем где бы то ни было. Зарплата реально 8 тысяч рублей. Поэтому те гигантские деньги, которые мы вливаем туда, которые разворовываются, мы будем не отдавать петлану Рамзана Кадырова, а нормально распределять между гражданами и отправлять для развития региона. Давайте с этой стороны возьму вопрос, еще ни разу не брал. Здесь есть вопрос? Да. Руслан, помоги мне. Да. Я хочу спросить, Алексей, вас про иллюстрацию. Допустим, да, Россия, правда, страна непредсказуемая. В марте 2018 года Путин не сможет переучредить себя на новый срок, и вы станете президентом. Вы устроите иллюстрацию всех этих чиновников? Не увидим их через какое-то время в правительстве? И еще, если Путин станет переучредить себя президентом, не ждет ли нас жизнь, как в Северной Корее, по идеям русского чучья? Спасибо большое. Я вот не хочу оказаться в стране с русским чучхе. Я не хочу оказаться в Северной Корее. Ребят, это, конечно, шутки, но послушайте, ну реально ведь, ну еще несколько лет назад, в 2010 году, мы могли представить себе, что будут возбуждать уголовные дела за лайки, за репосты. Сейчас каждую неделю возбуждаются уголовные дела за репосты репостов. Люди постят во ВКонтакте фотографию из фильма про Штирлица со свастикой на плече, там кто-то персонаж, и возбуждается уголовное дело. Вот этот русский чучхе, он наступает. И для этого мы и ведем кампанию, потому что мы не хотим этого. Что касается иллюстрации, здесь международное согласие. Кто за иллюстрации? Не знаем, что такое иллюстрация? Иллюстрация — это ограничение прав тех людей, которые сейчас находятся у власти. Грубо говоря, запретить всем единороссам возглавлять государственные учреждения. Кто за это? Я могу сказать, что я поддерживаю иллюстрацию, но это, конечно, вопрос нового консенсуса. Это не может президент Навальный взял и всем запретил, кто ему не нравится. Новая дума, избранная дума, она должна это сделать. К вашему вопросу я вспоминаю, что я, к сожалению, не ответил на ваш вопрос по поводу четырех строков, по поводу сроков Путина. Скажите мне, пожалуйста, Путину власти 18 лет. Вы готовы ему еще на 12 лет дать власть? Я не готов. Но 4 и 4 — это уже очень много.
Ведь вы посмотрите, видео лежит, легко найдете его, как Путин в 2007 году говорит, что ну, человек через 10 лет около власти сходит с ума. Он говорит, что через 10 лет у власти сходит с ума. Значит, у нас у власти сейчас кто? Сумасшедший, реально сумасшедший больной человек, помешавшийся на деньгах. Помешавшийся на, не знаю, каких-то войнах, Алеппах и Сириях и на своем противостоянии США. Они сумасшедшие. Поэтому, стоя за этой трибуной, я могу вам совершенно четко сказать, что я сделаю так, что в России никто не сможет быть президентом больше, чем 8 лет. 4, если хорошо управляешь, еще 4. Потом до свидания. Читай, не знаю, живи в Геленджике, читай лекции, пиши книжки, езди на Олимпиады, приезжай в Мурманск. Сюда говорить, а помните, ребята, как мы с вами под дождем, вспоминай былые годы. Но никаких 10, 15, 22 лет. Это вредно для страны, это губительно для страны. Я обещал вам вопрос. Что мы будем делать с РПЦ? Я верующий, но я не понимаю, почему вдруг церковь начала сажать людей в тюрьму. Я не понимаю, почему вдруг церковь начала командовать Следственным комитетом. Я не понимаю, почему вдруг в стране, атеистической стране, вдруг у нас образовалось такое количество оскорбленных. Посмотрите на биографию вашего губернатора. У нее там первая строчка. Начала свою трудовую деятельность в райкоме комсомола. Все, кто сидят у власти, это комсомольцы или партийцы. И вдруг они стали такими православными. Поэтому я считаю, что ничего не нужно делать с РПЦ. Пожалуйста, собирают сами пожертвования, имеют право. Ну, как я собираю пожертвования, да, от вас. Распоряжаюсь ими, как вы разрешаете мне распоряжаться. РПЦ пусть существует, но сажать людей мы не будем. 282-я статья будет отменена. В России не будут сажать людей за их убеждения, посты, лайки и перепосты. Руслан, да, вопрос. Добрый вечер, Алексей. Спасибо, что приехали. Мой голос за вас. Спасибо. У меня такой вопрос. Прочитал сегодня комментарии о том, что партия Прогресса Навального — это партия одного человека. То есть там есть только Алексей Навальный, и остальные люди выполняют. Ну, в плане на митинге? Вопрос такой. Есть ли какой-то список лиц, которые будут расставлены на ключевые посты? Спасибо. Спасибо большое. Что касается... Это такая одна из любимых тем кремлевских СМИ, да, про то, что Навальный такой вождь, партия одного человека и так далее. Если бы это все было бы правда, как каждый раз, когда меня сажают на 15 суток, а сейчас уже на 25, вы знаете, это бывает регулярно, работа бы ФБК останавливалась. Но вы же видите, сижу я, стою, езжу по регионам или сижу в спецприемнике и ем доширак. Работа! ФБК продолжается, работа нашей партии продолжается. У нас, возможно, это все просто потому, что у нас действительно мощный коллектив единомышленников. Их разгоняют, их сажают. Многие из них находятся в вынужденном политическом убежище, типа Владимира Шуркова, Никиты Кулаченкова. Но это по-прежнему мощный и мощнейший коллектив. Что касается конкретных назначений, которые нужно сделать в публикации команды, ну, выбрать специальный жанр, да? Все-таки ближе к дате голосования нужно говорить что-то новое. В частности, кадровые вопросы. Они касаются уже... тех вещей, которые будут говорить непосредственно перед выборами, а то вам будет просто неинтересно следить за компанией. Вы уже просто спрашивали, извините, очень много вопросов. Да, делаю. Руслан, регулируй. Что? Доширак, ну я же писал, что он был куриный, хотя я больше люблю говяжий. Такие аплодисменты. О, партия говяжьего доширака. У меня вопрос к вам. Вы обещаете им светлое будущее. У меня вопрос по пенсионерам. Что будет с пенсионерами? Что вы, какое будущее вы обещаете пенсионерам? Вы не правы. Да, ну я рад и счастлив, что здесь много молодежи. Во-первых, здесь не только молодежь. Во-вторых, я не им обещаю светлое будущее. Я обещаю светлое будущее вам.
Я обещаю нормальное будущее вам и себе. Нормальное, достойное. Я не обещаю ничего такого светлого и прекрасного. Но слушайте, если бы я вам пришел бы и сказал, ребята, изберите меня, завтра у всех будет зарплата по 150 тысяч. Ну это неправда, это невозможно. Но сделать так, чтобы у нас была зарплата, я не знаю, больше, чем в Казахстане. Или больше, или на уровне прибалтийских республик совершенно точно можно. Пенсионерам и всем остальным. Я обещаю, что я не приму вот то, что они называют прожиточным минимумом. Это вранье. Вы знаете, что сегодня только вышла новость о том, что они хотят заморозить потребительскую корзину. Прожиточный минимум. Для чего это делается? Для того, чтобы не нужно было пенсию повышать. Для того, чтобы с каждым годом не появлялось все больше народа, которые живут ниже прожиточного минимума. Ну, типа, цены-то растут, давайте мы всех перехитрим. Типа, на бумаге это все зафиксируем. Поэтому, первое, прожиточный минимум я зафиксирую на нормальном уровне. Второе, я вижу, что бюджет России может платить пенсию не ниже нормального прожиточного уровня. Потому что, когда заплатит нормальные дивиденды «Газпром», когда заплатит нормальные дивиденды «Роснефть», и все остальные. Мы считали это много раз, есть расчеты Милова. Я просто вижу, что мы можем это сделать. Поэтому пенсионерам я обещаю работать над тем, чтобы было нормальное здравоохранение, чтобы они не сидели в поликлинике по 4 часа, чтобы они не ждали по 2 месяца МРТ-УЗИ и получали пенсию, которая достойна нормальной жизни, которую Россия может им обеспечить прямо сейчас. Руслан, следующий вопрос, давай. Там прям какая-то вот... Мы не были с этой стороны, пойдем туда. Давайте, сюда потом вот ваша группа в полосатых купальниках. Ну, группа, группа, да. Да. Моя сестра человек с ограниченными возможностями, но я хочу, чтобы она могла вести нормальную жизнь. К сожалению, в нашем городе нет нормальных пандусов, а в специализированных местах, в школах, в садиках я вообще молчу. Спасибо. Это чудовищная вещь. А вы знаете, сегодня же вышла новость, что, ну, знаете, такой есть курорт Красная Поляна. Да, вбухивали деньги, Олимпиада, вы все платили, в том числе за эту Красную Поляну. И они, сегодня вышла новость, что Красная Поляна отказалась проводить обучение детей-инвалидов, чтобы не испортить себе имидж. Потому что якобы всем будет настолько противно смотреть на детей-инвалидов, что их нужно убрать немедленно. Это омерзительная мерзость. А в России это чудовищная проблема. Человек оказался, не знаю, он инвалид детства или просто сломал позвоночник, живет на 5-м этаже в таком доме, он обречен жить и умереть в этой квартире. Потому что его никто не сможет спустить, никто не сможет протащить эту коляску. И вновь я говорю, что нам выгодно обеспечить нормальную жизнь инвалидам. У него не работают ноги, но работает голова, он может работать. Во всех западных странах есть опыт того, как люди с ограниченными возможностями ведут полноценную жизнь, работают, создают браки. И в России мы это сделаем, потому что, опять же, это выгодно для нас. Они не хотят тратить на это деньги. Не хотят тратить деньги на пандусы, на подъемные механизмы, на парковки даже для инвалидов, потому что считается, что это дорого. А я считаю, я знаю и вижу по опыту других стран, что это, наоборот, приносит деньги в конечном итоге. Просто нужно мыслить не категориями один год, а категориями 10 лет, как нормальная страна. Я обещал вот туда вопрос, где группа пацанов. Да, ну вы подойдите кто-нибудь из вас, как же я? Я служил в фонде борьбы с коррупцией. Алексей, у меня вопрос, на мой взгляд, о самом главном. О экономике нашей страны. В случае прихода к власти, собираетесь ли вы проводить национализацию нефтяной промышленности, газовой промышленности, в общем, всего народного хозяйства? И что будет с такими лицами, как Сечин, как Миллер, как Гундяев и им подобное? Спасибо. Интересно, что вы сравнили Сечин и Миллера и патриарха Кирилла. Интересно, что такие аналогии приходят. Значит, давайте я у вас спрошу. Вы знаете отлично, что Норильский никель состоит из двух больших кусков. Собственно говоря, в Норильске, а второй у вас здесь, на Кольском полуострове. Вы как-то чувствуете, что он немножко ваш? В какой-то мере он ваш? Ни в какой мере. Значит, я считаю, что первым нам не нужна никакая национализация. Но когда эти олигархические
Ребятки, за смешные деньги забрали себе заводы, которые вся страна горбатей строила десятилетиями. Это смешно. В моей программе есть компенсационный налог на итоги приватизации. Я смело, меня многие за это критикуют, но тем не менее на этом стою. Я действительно считаю, и миллион раз повторю, что приватизация в России прошла несправедливо. Она несправедливая, она не создала нормального бизнеса, она не сработала нормально. Поэтому крупнейшие предприятия, которые были проданы олигархи за копейки в ходе залоговых аукционов, должны пройти через компенсационный налог. То есть все эти люди, Рыболовлевы, Потанины, Прохоровы, все вот эти ребята, которые покупают какие-то футбольные клубы, баскетбольные команды за границей, потому что денег некуда девать, они должны будут заплатить огромный налог на разницу между реальной стоимостью, нынешней стоимостью, и теми копейками, которые они заплатили. Вот в эту сторону мы будем двигаться. Да, ну что тут, созрел вам? Да. Алексей, добрый день. Вопрос у меня о наболевшем, так сказать. Что, как вы планируете работать с общественными объединениями, общественными организациями? Будете ли вы... предусмотрена ли у вас работа вообще с обществом, развитие гражданского общества столового? И что вы будете делать с теми общественными организациями, которые будут критиковать ваше президентство, когда таковое будет? И... Понятно. Те, кто будет критиковать мое президентство, я буду очень любить. Потому что в этом есть рациональный смысл. Потому что я понимаю, что я потом перестану быть президентом, но захочу, чтобы президентом был нормальный человек. А мне нужно, чтобы были организации, которые критикуют следующего президента. Что касается общественных организаций, ну я возглавляю фонд борьбы с коррупцией. Как бы я хотел, чтобы со мной государство работало? Никак. Чтобы меня оставили в покое. Чтобы когда я пишу заявление о преступлении, чтобы мне занимаются защитой прав животных и так далее, им нужна помощь, им нужно в первую очередь помещение чаще всего. И вот это мы запросто им можем дать, потому что некоммерческий сектор, опять же, посмотрите на США, там гигантские миллиарды зарабатываются в некоммерческом секторе. Это просто выгодно. Давайте еще пару вопросов. Я вижу, что вы просто заболеете, Алексей? Все. Да. Вечер добрый, Алексей. Привет. Скажи, пожалуйста, мое видение, доступное жилье для молодой семьи. Как ты это видишь? Значит, доступное жилье для молодой семьи, как и для пожилой семьи, для любой семьи, выглядит для меня таким образом, что я отменю к чертовой матери всю эту бюрократию, которая касается разрешения на строительство. Сейчас люди строят дом, и он получается в 3 раза дороже из-за взяток. Поэтому я отменю это регулирование, и жилье будет стоить гораздо дешевле. Это первое. А второе, как и в любой нормальной стране, если вы живете, ну, не знаю, в Англии, вы приходите и получаете ипотечный кредит на 30 лет под 0,5% годовых. 1,5% годовых. Мы не в Англии, но извините меня, в России инфляция 4%. Я точно знаю, мы делаем небольшую дотацию, и все смогут получить жилье под 2% годовых. Точно так же. В чем проблема-то? Как я уже сказал, если банк открытия спасают, дают там сотни миллиардов под 0%, почему мы вам-то не можем дать такие же деньги под 2%? Поэтому я точно уверен, даже, ну вот вы говорите, даже под 11% это безумие. Я считаю, что жилье это даже не экономическая проблема, а политическая страны. Люди у нас до 40 лет живут с родителями. Жить негде. Съемных квартир очень мало, новых квартир очень мало. Мы оживим этот рынок. Как я уже сказал, 2 меры. Отменим регулирование на строительство, сделаем нормальную ипотечную ставку, и жилье можно будет приобретать. Можно вопрос задать, Руслан? Да, да. Алексей, я здесь, да, вот в этом крыле мы вылезли. Давай вопрос. А, у меня вопрос. А что будет с Владимиром Владимировичем Путиным после избрания вас президентом? Отличный вопрос для того, чтобы завершить наш митинг. Значит, эмоционально у меня много претензий, в том числе и личного характера к Владимиру Владимировичу Путину. Просто. Он сажал меня, он посадил моего брата, и вот 2 года держит в одиночной камере. Он посадил огромное количество нормальных, честных людей. Он закошмарил всю страну. Он реально обокрал и ограбил. Он всех своих просто каких-то тренеров по дзюдо.
своих одноклассников, соседей по даче, всех сделал миллиардерами, миллиардерами, обокрав нас. Я считаю его царем коррупции. Я считаю его одним из главных злодеев нашей страны. Безусловно, это так, я не боюсь и не стесняюсь этого сказать. Но для обеспечения нормального транзита власти, для того, чтобы не было войны, не было каких-то противостояний, если он готов к мирному транзиту власти, я считаю, что конкретно ему и его семье мы можем дать неприкосновенность. Лично мне подписывать это будет довольно неприятно, но для будущего страны я считаю, что это нужно сделать. Но когда я говорю, мне многие потом предъявляют претензии, говорят, блин, ну ты всех простишь. Типа Путина, там, Ротенбергов, я вам говорю совершенно точно. Путин и его семья, да. Ротенберги нет. Тимченко нет. Дмитрий Анатольевич Медведев никогда. Никогда. Все они пойдут на скамью подсудимых. Этих людей мы не собираемся прощать. А мы абсолютно мирные люди. Вы видели, ну, мы провели прекрасный, замечательный мирный митинг, даже под дождем в плохую погоду. Друзья мои, огромное вам спасибо, что пришли, послушали меня. Еще раз я вам хочу сказать, осознайте свою силу. Мы самая мощная сила. Нету такого количества активных, политически активных людей, как у нас. Работайте каждый день, как я работаю. Хотим перемен, мы их добьемся легко. Убеждайте людей вокруг себя, своего соседа, своего родственника, своего коллегу. Мы в эту пустоту, в этот вакуум войдем и заберем власти столько, сколько нам нужно для того, чтобы построить наконец нашу прекрасную Россию будущего. Спасибо огромное, спасибо большое, Мурму. Отлично, аудитория, спасибо большое. Удачи. Буду еще к вам приезжать. Друзья, спасибо большое, что пришли. Я хотел только закончить напоминанием. Наш штаб находится по адресу Ленина, 94, где всегда вас ждут и подскажут, чем вы можете помочь компании на данном этапе. Спасибо большое, что пришли. Мурманск, ура!